Я думаю, сегодня каждый из тех, кто выйдет на поле, понимает, что все усилия, вся огромная работа, которую они проделали, чтобы сюда попасть, того стоили. Это финал Лиги чемпионов УЕФА и главный матч, который определит лучшую клубную команду этого сезона. Сегодня Ювентус встречается с Пари Сен-Жермен. В таких случаях говорят, напряжение такое плотное, что его можно резать ножом. Этого матча ждали давно, и от его исхода зависит очень многое. Мне нечего добавить, все верно. Осталось подождать еще чуть-чуть, затаить дыхание и наслаждаться игрой. Ну, конечно, напрашивается спор, кто лучше, Криштиану или Месси, но, пожалуй, мы сегодня с тобой эту тему развивать не будем. Согласен. Давайте просто полюбуемся игрой одного из самых неординарных и одаренных игроков последнего времени. Дамы и господа, мистер Глянец, Криштиану Роналду. Посмотрим на состав Ювентуса. Команда сыграет по схеме 4-5. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. До реконструкции этого стадиона он вмещал всего 20 тысяч болельщиков, а центральная трибуна по форме напоминала расческу. Теперь же новый дом мадридского «Атлетико» готов принять до 75 тысяч болельщиков и уже подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов. Это состав Пари Сен-Жермен. Представленная схема – вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдана на откуп фланговым игрокам.